Всем привет! С недавних пор, когда я начал снимать видео с проверками различных приложений и игр для заработка, мои подписчики и зрители моего YouTube канала стали регулярно писать в комментариях и просить меня сделать обзор с проверкой на то или иное приложение или игру для заработка. И я так понимаю, что вам интересно мое мнение на этот счет, плюс в этих видео с проверками я показываю все как есть, и если приложение или игра реально не стоит своего времени и заработать там невозможно, то я так и говорю об этом видео и предостерегаю вас от подобных приложений. А перед тем, как мы продолжим, хочу вам порекомендовать новый инновационный проект по заработку в интернете на публикации приложений в Google Play. Вам не нужно ничего разрабатывать и знать языков программирования, вам дадут файл с уже готовым приложением. Все, что вам нужно, это зарегистрировать аккаунт разработчика в Google Play, оплатить регистрационный сбор и загрузить готовое приложение. И по каждому из этих шагов вам будут предоставлены подробные инструкции. За публикацию одного приложения вам платят 3000 рублей, две из них это компенсация за зарегистрированный аккаунт разработчика и 1000 рублей это ваш чистый заработок. А также вам будет капать по 10 рублей в день, пока приложение находится в Google Play, и еще вам будут приходить дополнительные задания с оплатой за загрузку обновлений для приложения. Все честно и легально, переходите по ссылке в описании, изучайте информацию и начинайте зарабатывать с компанией Cash4Up. И в этом видео я решил сделать обзор на еще одно приложение для заработка на просмотрах видео, о котором меня просили некоторые мои подписчики, и называется оно TV2. Ранее я на своем канале показывал другое приложение, в котором можно заработать на просмотрах видео, которое называется ClipClaps. Но если честно, то реально заработать там можно, только приглашая людей по своему промокоду. И речь идет не о 3-5-10 человеках, а о десятках людей. Но сейчас не об этом. Сейчас мы будем рассматривать приложение TV2 и выяснять, действительно ли можно заработать в нем, смотря видео с YouTube, или это приложение пустышка. А в конце видео я расскажу, как здесь обстоят дела с выводом заработных средств, и выскажу свое мнение об этом приложении. Кстати, данное приложение доступно как для Android смартфонов в Play Market, так и для iPhone в App Store. Только в версии для iPhone почему-то нету функции заработка. Там можно просто смотреть видео и все. Нету никакого баланса монет и нету пункта в меню по типу вывода заработных средств, в общем ничего такого, что есть в версии для Android смартфонов. Но я думаю, что для нас это не важно, так как большинство моих зрителей пользуются Android устройствами. Итак, запускаю приложение. И здесь нас встречает вот такая вот лента с видео. Причем у меня сложилось такое впечатление, что она никогда не обновляется. Я вот несколько дней захожу уже в это приложение, и она постоянно одна и та же. Мне это очень не понравилось и вообще отбивает желание пользоваться данным приложением. И вот таким вот стандартным свайпом вниз почему-то нельзя обновить эту ленту. Как видите, вначале здесь идут какие-то видео про криптовалюту, а дальше уже идут видео развлекательного характера. Но как видите, эти видео не первой свежести, в основном они опубликованы 3 месяца назад, здесь новых видео я не встречал в этой ленте. А, и забыл сказать, регистрации здесь как таковой нет, так как это приложение сотрудничает с YouTube, то оно просто подхватывает вашу гугловскую учетную запись из приложения YouTube и все. То есть вы зашли в приложение и сразу же можете начать им пользоваться и зарабатывать на просмотрах видео. Кстати, о заработке. Давайте я сейчас включу какое-то видео на 5-10 секунд, чтобы показать вам, как здесь происходит заработок. Итак, включаем любое видео из ленты, сейчас оно загрузится. Вот, включилось, и я вот так вот прикрою пальцами, чтобы не было дублирующего контента, так как это видео не мое. Вот, отсчитываем до 10 секунд, думаю, этого достаточно. Вот, и нажимаю на паузу. Вот, появились такие монетки, якобы они нам зачислились. Вот, я перехожу на баланс, и как видите, только что баланс обновился. И кстати, смотреть одно и то же видео с целью заработка нельзя. При повторном просмотре видео монеты уже не будут засчитываться на ваш баланс. И одна минута просмотренного видео здесь оценивается в 100 монет. И если вы все-таки захотите попробовать заработать с помощью данного приложения, то согласитесь, что смотреть предложенное видео из этой ленты, которые еще и не меняются, и при каждом входе приложения одни и те же, неинтересно будет. Поэтому здесь на первой вкладке приложения есть функция поиска, но работает она не точно так же, как на YouTube, а немного по-своему и довольно странно, я бы даже сказал. Как я понял, здесь есть поиск только по каналам, но по некоторым тегам видео также можно искать. Давайте я вам
покажу, как им можно пользоваться. Нажимаю на строку поиска и ввожу здесь «заработок в интернете». Видите, пока я ввожу, мне предлагаются вот какие-то каналы, то есть оно пока что ищет по названиям канала. Вот я ввел до конца, и здесь вот видите, там где все буквы написаны с маленькой, то это якобы, как я понял, это оно мне сейчас выдало видео по тегу «заработок в интернете». И здесь, как видите, хоть я ввел запрос «заработок в интернете», но так как данное приложение основано на криптовалюте, то оно мне подсовывает в первую очередь для просмотра видео именно на эту тему. Я более чем уверен, что на YouTube мне бы сейчас по этому поисковому запросу «заработок в интернете» вообще другие бы видео показывались. Поэтому мне этим и не понравилось данное приложение, оно какое-то странное. Если для сравнения взять тот же ClipClaps, то там повеселее с видео. Там само приложение сделано в стиле ТикТока, и там в основном только смешные видео публикуются. А здесь мало того, что главная лента с видео не обновляется, так еще и поиск кривой какой-то. Также здесь можно дополнительно заработать монет по кнопке «Зарабатывать больше». Здесь вот вылазит еще реклама, пока вы переходите в этот раздел. Здесь есть ежедневный бонус, давайте его получим, он в размере 500 монет. И дальше здесь идут вот такие вот типичные задания для подобных приложений по типу установить какую-то игру, дойти до определенного уровня и потом ждать, что вам заплатят вот этих монет за выполнение задания. Ну и еще приглашать друзей сюда можно. В общем, давайте снова вернемся к цифрам по заработку на просмотрах видео и поговорим о выводе заработанных средств. А также я выскажу свое мнение о данном приложении, стоит в нем пытаться что-то заработать или нет. Итак, вот наша вкладка с балансом. Как я уже говорил, за каждую минуту просмотренного видео здесь платят 100 монет. Соответственно, посмотрели 10-минутное видео, заработали 1000 монет. Если целый час вы сидите и беспрерывно смотрите здесь видео, то заработаете 6000 монет. А для вывода здесь нужно заработать... Вот 100 тысяч монет. И это, по моим подсчетам, чуть больше 16,5 часов просмотра видео. Ну или же вы можете с помощью выполнения заданий, которые я вам перед этим показывал, заработать намного больше монет более интересным способом, так сказать. Здесь, я так понимаю, специально сделали такие большие цифры, чтобы не разбирающиеся в криптовалюте люди думали, что это какая-то хорошая сумма денег. Я, например, думал, что эти 100 тысяч монет равняются 1 доллару хотя бы, но все далеко не так на самом деле. Здесь еще пишется, что при выводе этих монет мы получим 100 TTV. Это криптовалюта данного приложения, и выводить ее нужно только на криптокошелек. На YouTube я смотрел, люди делали вывод из данного приложения на Trust Wallet. Есть такой популярный криптокошелек. Давайте зайдем в Google и посмотрим курс этой криптовалюты TTV, чтобы понимать, сколько это будет в рублях или долларах. Вот такой вот сайт я нашел, и как видите, одна монета TTV стоит 0,01 доллара, то есть даже 1 цента не стоит. А при минимальном выводе из приложения TV2 мы получим 100 монет на свой криптокошелек, что будет равняться по данному курсу всего лишь 12 центам, что в переводе на рубли будет около 8 рублей, то есть, как я уже подсчитывал, 16,5 часов просмотра видео оценивается данным приложением в 8 рублей. Ну а что вы хотели, вы по сути никакой пользы не несете, просто смотрите те же видео с YouTube, а за что они платят, я так и не понял. Рекламы в приложении не так уж и много, в основном выскакивают рекламные окна, в которых они предлагают скачать какие-то свои криптоприложения. В общем, приложение мне вообще не понравилось, видео для просмотра по своему вкусу сложно здесь найти, системы рекомендаций нет, лента с видео не обновляется, плюс видео на ней показываются старые в основном. Заработок в криптовалюте и очень мизерный, плюс чтобы вывести эту криптовалюту и перевести ее в рубли, вам нужно будет очень сильно заморочиться. И то, скорее всего, не получится перевести ее в рубли, так как криптовалютные обменники такими мелкими суммами не занимаются. Поэтому не тратьте свое время на это приложение, есть множество других достойных способов заработка. Спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным, и подписывайтесь на канал для новых видео по заработку на телефоне. Пока!